Так, продолжим, да? Чтобы у нас было больше времени, больше возможностей. Слушайте, а что так сквозит? Если кто-то думает, что я вспотел, то это самое мнение ошибочное. Выключи, да? Может быть, подогреть, я смотрю. Женщины в легких платьях, им еще хуже, чем мне. Поэзия полета. Пусть говорят, профессия опасна. И лучше тем, кто ходит по земле. А я люблю смотреть, как звезды гаснут на самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить. За горизонт мечу встречать рассветы, любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Мой друг порой блеснет росинкой пота, там, где свинцово дышит облака. И все ж моя поэзия, поэзия полета, и каждый вылет новая строка. Любуюсь вновь за облачной зарей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поэты, когда я поднимаюсь над землей. Я вот пока не забыл, хочу сделать анонсирование. 8 мая здесь, в этом зале, будет выступать Николай Анисимов. У нас с ним одно время было много совместных концертов. Значит, кто еще не в курсе, вот я просто очень советую прийти на этот концерт. Не пожалеете стопудово, потому что это настоящий мастер. Вот, у него тематика больше военно-авиационная, вертолетная. Мне трудно что-то добавить, кроме того, что я говорю, что настоящий мастер, он как Владимир Высоцкий, он может, влезть в шкуру вертолета там, другого человека. То есть я вот пою о том, что я пережил лично, а Николай может передавать вот такие вещи, которые,
скажем так, вот ему рассказали, и он вжился, и потом люди, которые реально в этих ситуациях бывали, или в этих самолетах, или в этих вертолетах, вот они говорят, ну совершенно точно, и вот он может выразить их, ну вот эти события, которые с ним происходили, то, что они чувствовали. Вот поэтому 8 мая концерт Николая Анисимова. Сделайте заметочку. Вот. Обязательно приходите. Саш, мы с тобой договорились. Потом. Потом. Так, ну вот. Значит, это была... Это была песня, вот, одна из самых популярных песен училищного периода. «За горизонт лечу встречать рассветы». Ну и мы... Тоже дальше по курсантской теме опять немножко. Я как-то был в карауле и в общем, на самолете Як-40 ходил, охранял, и попалась на глаза табличка «Воздушное судно сдано под охрану». Песня так и называется. Песенка часового. Сдано под охрану воздушное судно, приказ никого к нему не подпускать, ах, как это нудно, воздушное судно. 4 часа от врагов охранять, ах, как это нудно, воздушное судно. 4 часа от врагов охранять. Мне дали ружье и патронов 3 штуки, в случае чего даже можно стрелять, вот только обидно, врагов-то не видно, не хочет никто на меня нападать, мне горько обидно, врагов-то не видно, не хочет никто на меня нападать. Решили враги, что со мной шутки плохи, подумали так и пошли себе спать. Мне это приятно, одно непонятно, тогда от кого ж самолет охранять. Мне это приятно, одно непонятно, зачем же тогда самолет охранять. Пусть спят враги сладко в кроватках, как дети, я первым на них нападать не люблю. Кто прав, кто не прав, мы решим на рассвете. А пока что я тоже немного посплю. Спасибо. Вот. Был еще такой исторический момент в Актюбинском летном училище. Как считаю, в общем, верх идиотизма, когда, значит, 4-е общежитие, которое было такое, ну, самое новое, там было все разделено по кубрикам, кубрики по комнатам, где, значит, жили выпускные курсы. Вот. Военная кафедра, вернее, рукстрелевой отдел принял такое решение, что для того, чтобы было все под контролем, вот, решили... Просто выломали стены на этажах и сделали казармы. Койки, правда, стояли в один этаж, но видно было так далеко, по крайней мере, больше, чем в этом зале. Вот. Ну и, в общем, это, конечно, ну, до сих пор помнится. Вот я уже гораздо старше, может, не гораздо, но старше многих из тех людей, кто был, скажем так, кто принимал это решение. Сломать общагу и сделать казарму. Вот. До сих пор считаю, что такой глупости. В общем, это образец глупости. Вот это решение было. Ну а песня появилась, естественно, очень быстро. Она на мелодию Александра Розенбаума написана. Себе это плагиатом не занимаюсь. В то время были как раз эти вот. Его альбомы первые появились тут. И вот одна из песен «На улице Гороховой», она как-то вот мелодию я оттуда взял, опять же, частично.
Песня называется «Вопрос о дисциплине». Вопрос о дисциплине – очень важный вопрос. У нас ее заметно не хватает. Сейчас за это дело кто-то взялся всерьез, и нас в казармы переселяют. Сейчас за это дело кто-то взялся всерьез, и нас в казармы переселяют. И нам о дисциплине неустанно твердят вояки на разводах и собраниях. Они от нас давно уже добиться хотят самосознания через наказание. Они от нас давно уже добиться хотят самосознания через наказание. Все началось с того, что соорудили забор, пускай, мол, дисциплину укрепляет. И бедному курсанту нет покоя с тех пор, что отчисляют, то что-то объявляют. И бедному курсанту нет покоя с тех пор, то отчисляют, то что-то объявляют. С тех пор нововведений было не сосчитать, во вкус вошли к различным переменам. В такой азарт вошли, что стали стены ломать. Ломают стены, их мать, ломают стены. В такой азарт вошли, что стали стены ломать. Ломают стены, ломают стены. И вот оно общественного типа жилье. Здесь есть где отдохнуть, где порезвиться. Здесь сразу стало нашим все, что было мое. И от начальства никуда не скрыться. Здесь сразу стало нашим все, что было мое. И от начальства никуда не скрыться. Казарму Пашка Жилин как-то раз посетил. И так доволен был, что жил бы сам там. Ходил, вздыхал и даже чуть слезу не пустил. Какая прелесть, говорит, все здесь для курсанта. Ходил, вздыхал и даже чуть слезу не пустил. Какая прелесть, все здесь для курсанта. Но мы не перестали в самоволки ходить. Без нас кому-то ночью одиноко. Нельзя курсанту запретить ни жить, ни любить. Бесчеловечно это и жестоко. Нельзя курсанту запретить ни жить, ни любить. Бесчеловечно это и жестоко. Вопрос о дисциплине здесь решают давно, но воз и ныне там, как говорится. Курсанты пили, пьют и будут пить все равно, куда б нам ни пришлось переселиться. Курсанты пили, пьют и будут пить все равно, куда б нам ни пришлось переселиться. Вопрос о дисциплине очень трудно решить, не взяв в расчет простейшего момента. Нельзя людьми живыми чутко руководить, лишь по руководящим документам. Нельзя людьми живыми чутко руководить, лишь по руководящим документам. Пусть про курсанта говорят, куда ни целуй, везде одно загадочное место. Но ты в мои условия себя нарисуй, и мы посмотрим, какими будут песни. Но ты в мои условия себя нарисуй, и мы тогда посмотрим, какими будут песни. Опять же, курсантского периода, но не на авиационную тему. Это просто дурь, все пройдет, все пройдет. Уверен абсолютно, через месяц или через год. Но пока, прости, мне очень трудно жить с тобою рядом, не любя. Очень непростая эта штука, лучше лекарство от тебя. Время, расстояние и разлука, лучше лекарство от тебя. Время, расстояние и разлука.
перепутал. Мне бы только знать там далеко, что в твоем дому покой, радость. Без тебя мне будет нелегко. Только лучше, но труднее быть с тобой рядом, жить с тобой рядом, не любя. Это и смешно, и не до смеха. Лучше лекарство от тебя — далеко куда-нибудь уехать. Лучше лекарство от тебя — далеко куда-нибудь уехать. Слез не надо, душу не трави. Я же вижу все и понимаю. Если буду нужен, позови. А пока, прости, я уезжаю. Жить с тобой рядом, не любя, ничего из этого не выйдет. Лучше лекарство от тебя — больше никогда тебя не видеть. Лучше лекарство от тебя — больше никогда тебя не видеть. Спасибо. Юра, ты эту песню, пожалуйста, не выкладывай, а там просто все местами перепутал. Вообще, конечно, смысл остался тот же самый. Для любимой жены! Нет, это еще было вообще задолго до жены. Один раз на стене. Следующая песня называется «Яблоко в облаках». Саша. Она там мало слов, зато много пролежит. Яблоко, и несет его река, велика, и в ночи ни звука, ни ветерка, и луна, как в облаках, яблоко, а лето через пару дней кончится. Боже, да чего же не хочется. И рябина на губах так горька, и луна, как облако, яблоко.
мы в 2005 году переучивались с Борисом Передеренко на самолет Airbus 310 в окрестностях Парижа, скажем так, как это называется, Парижской области. Ну, там зверяшка. Ну, и у нас за все переучивание, там было так очень сжатое, напряженное. У нас два выходных было, когда была возможность в сам Париж именно сходить, съездить, погулять. И Боря придумал строчку, говорит, обязательно вот придумай. Я тебе придумал первую строчку для песни, будет называться, вернее, звучит она так. Мы прибыли в Париж, когда цвели каштаны. Дело как раз было в мае. Вот, каштаны действительно цвели. Но поскольку у меня немножко по-другому песня получилась, то я... значит, эту строчку взял в эпиграф. Вот. А дальше, как говорит Жванецкий, следует произведение, которое никакого отношения к эпиграфу не имеет. Вот. Ну, я к чему говорю? Вот в этом Массипа-Лизо, пригороде, вот, не область, пригород, вспомнил это слово, там было уже тогда очень много таких ливийцев, по-моему, да? По-моему, они даже в темноте светятся этим. Как черные дыры. Вот. А сейчас, наверное, там их еще больше. Ну, в общем, песня это была типа как обзор прогулка по Парижу. Вот мы с ним там погуляли. И вот на площади перед Эйфелевой башней негр подходит нам. Зёма, подходи. За дарма продам там эти вот сувениры, они продавали. Нет, это правда, это... То есть они там очень быстро там, на чешском, на русском там, определяли, кто-то... Сразу из его места становились. Ну так вот, мы прибыли в Париж, когда цвели каштаны. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал. И кто в нем не бывал, и пусть туда ведут не все дороги, я на дно случайно угадал, в первых строках хочу оговориться. Я думал, чем меня ты удивишь, я ж сам не из деревни, из столицы, из сибирской, и все-таки Париж, он есть Париж. У нас была обширная программа, нам было нужно быстренько успеть. Во-первых, обалдеть от Нокердама, а во-вторых, от Лувра обалдеть. Потом бегом вдоль набережной Сены до Триумфальной арки, это для, чтоб потоптать траву все непременно на их, на Елисейских, на полях. Потом я позвонил своим домашним, ведь как-никак, а все-таки родня. Привет вам, говорю, прямо с Эйфелевой башни. Ну как вы там в Сибири без меня? Картошку посадить не позабыли? Морковку тоже, стало быть, живем. А мы здесь в Лувр недавно заходили и Мону Лизу видели живьем. Попасть в Париж — мечта не всех, но многих, кто в нем бывал и кто в нем не бывал. И пусть туда ведут не все дороги, но я попал, хоть вовсе не мечтал. И находясь под впечатлением сильным, замечу, чтоб закончить разговор, в Париже все достаточно красиво, но с неграми и богу перебор. Вот, следующая песня. Я вообще, по-моему, на концерте первый раз буду исполнять. Может, когда-то и пел. Я вот хочу сказать, просто, как говорится, они все в разное время сочинялись. И вот эта песня про то, что летчик в авиации не главный,
Она была написана как раз в 90-е годы, когда очень много людей оставалось за забором, когда хозяева говорили о том, что типа идите, у меня там очередь стоит. Вот. Ну, надо отдать должное, что потом сильно все изменилось. И строго наоборот. Авиакомпании, как говорят, и Сибирь, и условия стали лучше, и платить стали хорошо, и все это, да, все это и в настоящий момент. Кто-то там остается, кого-то зарплату понижают, в Сибири зарплату повышают, 13-ю платят, и даже 14-ю мне не даст. То есть, в общем, хорошие условия. Тяжело, конечно, работать, но зато и нормальные заработки. А вот это вот было, то, о чем я сейчас буду петь, было давно. Тогда все было по-другому. Соответственно, было и другое отношение, и другое настроение. Недавно мне случилось откровение, в буквальном смысле истину познал. Нет, это был не сон и не видение. Мне просто человек один сказал, и посвященным став, хоть и халявно, я вдруг узнал не менее того, что летчиков авиации не главное, что можно обойтись и без него. Сейчас такое время важный фактор, его не выбросить через плечо. Куда главней кондуктор и редактор, еще бухгалтер, менеджер еще. И коммерсант, хозяин полноправный, он углубляет все и вдаль, и вширь. А летчик в авиации не главный, здесь в авиакомпании Сибирь. И сразу стало многое понятно, что прежде тщетно силился понять. Особенно касательно зарплаты, которой не хватает на пожрать. А также почему вполне исправно нас унижают все, кому не лень. Ведь летчиков авиации не главный, такая вот, простите, хренотень. Я скоро 20 лет как за штурвалом, а многие и более того. И в нашей жизни многое бывало, и только не припомню одного. Не видел сам за столько лет работы, и не рассказывали мне друзья, чтобы без нас летали самолеты, куда-то пассажиров отвозя. Конечно, мы рабочие лошадки, ну и коню понятно, может быть, что натощак пахать совсем не сладко, и что лошадку надо бы кормить. А летчика, наверное, и подавно, чтобы штурвал послушен был в руке. Пусть летчик в авиации не главный, как, впрочем, и корова в молоке. Умница! Спасибо. Следующая песня будет про любовь, называется она «Старый трамвай». Я уже давно не исполнял, поэтому вот просто так плейлист поставил. «Старый трамвай».
словно снеги, красный на белом, старый трамвай. Странное дело, я ведь уже видел когда-то этот сюжет. Только куда-то все унеслось, в памяти лишь слова. Не оставляй меня, не отпускай меня, не забывай меня, сердцем храня. Не прогоняй меня, не покидай меня, не потеряй меня, не потеряй. Старый маршрут с детства знакомый, только теперь все по-другому. Время, увы, неумолимо. Старый трамвай катится мимо. Нашу любовь мы позабыли, может быть, мы и не любили, но почему в памяти всплыли слова? Не оставляй меня, не отпускай меня, не забывай меня, сердцем храня. Не прогоняй меня, не покидай меня, не потеряй меня, не потеряй. Да, я даже не знаю, как это называется. Специально для... Вот сидят за столиком летчики Аэрофлота. Тут есть гость, пилот Газпрома на Ту-154. В общем, мы все, кто летал на Ту-154, это песня. Аэрофлота, вот целый стол. Не только там. Здравствуй, друг ты мой потертый, Ту-154, нашей встрече рад я, как всегда. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил.
Мы с тобой во многом схожи, да и судьба наша тоже. Облака, приборы, привода. С одного того же года я сам Луги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года, я сам Луги, ты с завода. Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать нельзя, ни раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство ни продать его нельзя, ни раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку-проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. И как в первый раз когда-то вновь поймем с судьбой крылатой, нам с тобой в жизни повезло. Па-ба-да-ба-дам, па-ба-да-ба-дам. Ба-ба-да-ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-да-ба-ба-ба, ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-да-ба-ба-да-ба-дам. Спасибо. Я как-то раз собрался отдыхать. Короче, Сочи, море, знойный юг, в моем дворе цвела черемуха, а мне взглянуть хотелось на бамбук. В моем дворе цвела черемуха, а мне взглянуть хотелось на бамбук. У нас ведь тоже есть что наливать. Зачем ты едешь? Спрашивал мой друг, но я сказал, что еду не бухать, а посмотреть, как там растет бамбук. И он меня с комфортом, как таксист, в аэропорт с семьей привез и вдруг смахнул слезу, сказал, бывай турист, потом расскажешь, как растет бамбук. И вот уже лежу я напряжу, а мимо ходит множество подруг, но я с семьей, и я себе блюжу. Ни на кого я даже не гляжу, и думаю лишь только и про бамбук. Какие здесь роскошные сады, а в них черешня, цитрус и урюк, и много всякой и прочей ерунды. И между прочим, здесь растет бамбук. Тут розы и магнолии цветут, от ароматов дивных мне каюк, елки рядом с палками растут. Но главное дело, здесь растет бамбук, и елки рядом с пальмами растут. Но главное дело, здесь растет бамбук. А если ты заглянешь на базар, увидишь столько всякого вокруг, что сразу раз бегаются глаза, и даже забываешь про бамбук. Есть белый сыр и красное вино, орех есть и грецкий, и фундук. Я здесь жить останусь, решено. Тем более, что здесь растет бамбук. Да, я чуть было не забыл сказать, что на базаре
был, конечно, лук, укроп, петрушка, перец и кинза. Но только вот эта песня про бамбук. И я там накололся невзначай, купил любимый краснодарский чай, а после дома пачку вскрыл и вдруг лежу не чай, толченый там бамбук. Благословенный, благодатный край, здесь просто рай для бомжей и ворюг, для остальных здесь тоже просто рай. Что характерно, здесь растет бамбук, синело море, по волнам его плыл теплоход, похожий на утюг. Я видел много всякого всего, я видел даже более того, я даже видел, как растет бамбук. И пусть жена мне выразит протест, я видел много нежных женских рук и стройных ног и всяких прочих мест. Еще я видел, как растет бамбук. Спасибо. Еще одна песня тоже из иранского периода. И тоже, наверное, первый раз буду сейчас исполнять. Сбежав от проблем и сибирских метелей, и в край отправляясь чужой, я думал о марте, а может апреле, когда я приеду домой, когда я приеду домой. Уже мне недолго осталось в Машхаде, отмеренный срок за спиной. Мой младший сынок назовет меня дядей, когда я приеду домой. Я вдоволь наслушаюсь звона капели, вспомню, что делать с женой. И счастлив я буду не меньше недели, когда я приеду домой, когда я приеду домой. Кто побыл в Иране, тот спорить не станет, Иран, он у каждого свой. И каждый по-своему ждет и мечтает о том, как приедет домой. Легко вдалеке от родимого дома Россию любить всей душой. Как жаль, что все будет совсем по-другому, когда я приеду домой, когда я приеду домой, когда я приеду домой. Такая история, наверное, в 90-е годы происходила, ну, не с одним человеком, про который сейчас пою. Я из первого Ирана возвратился слишком рано, не хватало на квартиру, как я не считал. И нужно было не сдаваться и что-то сделать, попытаться, и как-то увеличить капитал. А я с деньгами, к сожалению, в очень сложных отношениях. Нет у нас взаимности, но как тут быть? Я люблю их, между прочим, а они меня не очень, то есть абсолютно не хотят любить. Я люблю их, между прочим, а они меня не очень, абсолютно не хотят любить. И хоть был я небогатым, подошли ко мне ребята, да нет, не грабить, что ты, Боже, упаси, а вполне интеллигентно под хорошие проценты попросили моих денег поносить. А вполне интеллигентно под хорошие проценты попросили денег поносить. Я недолго сомневался, искушению поддался, все равно ведь не хватает ни на что.
А так, глядишь, разбогатею и жилье купить сумею, и еще останется на кое-что. А так, глядишь, разбогатею и жилье купить сумею, и еще смогу купить пальто, например. Я отдал ребятам бабки все, что были без остатка. Я, как Буратино, деньги закопал и стал спокойно дожидаться и мечтать, как разрастаться с каждым днем и часом станет капитал. И стал спокойно дожидаться и мечтать, как разрастаться с каждым часом станет капитал. Все как это не банально, поначалу шло нормально. Я, помучив калькулятор, руки потирал. Но в заветный день расплаты сообщили мне ребята, в общем, чтобы я надежды не терял. Но в заветный день расплаты сообщили мне ребята, чтобы я надежды не терял. Я надежды не теряю, по Ирану вновь летаю. Дышь ты нас, Табриз, Бандарабас, Шираз. И лишь одна больная тема мне стучит вокруг в теме, на кого потрачу я на этот раз. И лишь моя больная тема мне стучит вопросом в теме, на кого потрачу я сейчас. Это тоже было давно. Моему младшему сыну было, наверное, года два. Сейчас ему уже 20. Вот. И он что-то так... Маленькие нижние. Все такие вредные, непосредственные. Вот. Взял и так наступил на муравья. А дедушка увидел, говорит, что ж ты делаешь? Муравьишка ушастенький бежит к своим деткам. Я сразу так, вот, где же он там ушко разглядел? Но, тем не менее, вот, песня так и называется, про ушастого муравьишку. Вот даже ее потом вместе записывали с младшим. Один муравьишка ушастый, нет, не так. Я вам расскажу без утайки, не сказки и вовсе не байки, а просто был случай такой. В краю за далекой рекой один муравьишка ушастый по всей территории шастал, а слон на него наступил и чуть его не раздавил. Был слон невоспитанным, грубым, был в юности рухнувшим с дуба, а вот муравьишка был славным. Но это, конечно, не главное, а главное, что я не знаю. Поэтому песню кончаю, конечно же, не за слона я, но также не за муравья я. Шутка. Вот, мы что-то совсем от этой отлетной темы отвлеклись, поэтому... Я еще раз всем, значит, кого я назвал, еще раз поздравляю с этим замечательным днем. Еще раз посвящаю одну песню на авиационную тему. Называется она «Летчик должен летать». Должен сыскать, лекарь должен лечить.
бизнесмен делать бабки, техник должен технить, а летчик должен летать. Не копать, не стрелять, не размазывать масло по холсту, как Рембрандт, чтоб шедевр написать. Летчик должен летать, ясный день в ненастный, и еще по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать, кто-то словом на дело его вдохновлять. А летчик должен летать, потому что он летчик. Вот если б счетчиком был, должен был бы считать. Я, быть может, не прав, я могу ошибаться, и, возможно, меня кто-нибудь упрекнет. Каждый делом своим должен он заниматься. Летчик должен летать, пусть Киркоров поет. Каждый должен пахать, по возможности классно. И будет все, и у всех зашибись. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя что-то вверх, от себя что-то вниз. Спасибо. Просто в Ютубе вот выложили вот эту песню на одном из концертов здесь же, в Глухаре, ну и там комментарии, там кто-то под ником Атлантида, по-моему, подписал: Киркоров, между прочим, умеет петь, в отличие от некоторых. Вроде как-то и не претендовал. Молодец. Все про метов? Нет, все про метов. Про Магарал и про Владивосток, про метов не надо. А ну да, ну ты стоим лучше. Хорошо сантехнику и водопроводчику. Если что не нравится, можно всех послать. А что же делать летчику? Здесь пошлешь не очень-то, потому что летчику есть чего терять. И у нас примерно так жизнь вопрос поставила. Если сам себе не враг, сядь и не кричи. Он начальник, ты дурак, основное правило. То начальник, то ты прав, а ты вообще молчи. А порой так хочется крикнуть: а пошел бы ты. А мы к нему по отчеству вежливые и шелковые. Подбираем мы слова, хоть внутри клокочет все, ведь талонов только два. Где купишь, если кончится, ведь талонов только два. А летать-то хочется. Супер! Песня была написана в 85-м году. Надо сказать, что ничего не изменилось. Толмачева, Стрежевой, Нижневартовск запасной. По заданию 2700, пассажиров 42. Командир летит вперед, связь ведет второй пилот.
Николай шасси убрал и уснул давным-давно. Мы набрали 6600, подключая автопилот. Сам летает самолет, ну и пусть себе летит. Командир журнальчик взял, повертел, перелистал, карандаш потом достал и стал разгадывать кроссворд. По расчету 2.05, время некуда девать, и если б я умел вязать, я б связал себе носки. Я заполнил борт-журнал и газетку почитал, и затылок почесал, чем заняться бы еще. Командир сегодня горд, разгадал он весь кроссворд, там ему советский спорт, там еще кроссвордик есть. Николай спокойно спал, вдруг чего-то застонал, очевидно, снится сон про несчастную любовь. Мы летели, как всегда, только врали привода, в результате все равно прилетели в стрижевой. Спасибо. Это вот третья часть будет. Ну, у нас по времени уже сейчас концерт подходит. Нет, дело в том, что, ребят, я на самом деле хочу спеть гораздо даже больше, чем вы хотите услышать. Но просто нет такой возможности. Все вместить в один концерт. Нет, я говорю, сейчас вторую часть закончим, а потом уже кто останется, там попробуем. У меня просто это самое. Так, пальцы опять начинают. Не знаю, получится или не получится. Спасибо вам за то, что вы пришли, чтоб подарить мне этот добрый вечер, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли. Спасибо вам за добрые слова и за мое волнение в начале, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам, за то, что мне не спится по ночам, когда ищу я правильное слово, за то, что петь для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам, за то, что петь
для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам. За все, что я читаю по глазам. За отклик ваш, за слезы и улыбки. И за мои прощенные ошибки. И за любовь, друзья, спасибо вам. За вами мне прощенные ошибки. И за любовь, друзья, спасибо вам. Официальная часть закончена. А кому еще некуда спешить, кто хочет остаться, ну еще минут, наверное, 15 отдохнем. И маленечко еще. Так, спасибо.